Наша цель – это здоровье. Те сотрудники, которые производят эти измерения и определяют симптомы, у них есть медицинское образование? Нет, конечно. Это не требуется по защитному протоколу. После первого локдауна мы потеряли, у нас было 2 зала, мы потеряли 1 зал. Второй локдаун мы просто не переживем. В тех антисептиках, которые вы предлагаете клиентам, содержатся ли там такие химикаты, как Адбах, Адыбах, ПГМГ и диоксид титана? Вот он, пожалуйста, прямой источник заражения, но при этом... Мы все-таки нацелены на здоровье, и мы согласны на введение системы QR-кодов. Вы 417-е постановление выполняете, правительство? Клиенты приходят в клуб в масках, проходя термометрию, потом в клубе они могут не использовать маски. Протокол безопасности кем подписан? Губернатором. Губернатором? А в Минюсте зарегистрирован? То есть он не является нормативным правовым актом? Мы абсолютно, вот фитнес-индустрия, согласны с QR-кодами. Ну, это, видимо, фактор градообразующих предприятий города Сургута, да, где на работе всех по-хорошему попросили поставить прививку, да. Обязать всех сотрудников вакцинироваться, иначе отстранить от работы. Вы уведомили своих сотрудников, что они обязаны вакцинироваться, иначе их отстранят от работы? Для того, чтобы люди просто посидели дома и никуда не ходили. Мы получили противоположный эффект. Обозначалось, что во время физических нагрузок человек выделяет аэрозоль, содержащий в себе патоген. То есть все эти меры соблюдаются. Поэтому первым делом, от чего я откажусь, это от похода на тренировку. Когда клиентам предлагалось привиться, все сказали, ну а зачем? То есть ведем локдаун, мы сейчас все равно все дома будем сидеть. Убеждать их в том, что нужно прививаться. И мы должны пропагандировать прививки. Поэтому без обид, но вы должны привиться. Я могу организовать в своем клубе, это организация прививочного кабинета.